Серия турне немецких политиков в США, на днях там побывали вице-канцлер Роберт Хабек и глава МИД Анна-Лена Бербок, пополнилась поездкой в Вашингтон Олафа Шольца. Канцлер приехал к президенту Джо Байдену впервые с начала войны в Украине. И если у США и Германии, по мнению обозревателей, и были разногласия по поводу военной помощи Украине, то сейчас оба политика явно стремились продемонстрировать единство. Байден несколько раз поблагодарил лично и похвалил действия Берлина и самого Шольца. Вы были здесь в феврале 2022 года, когда Россия собирала свои войска, 185 тысяч солдат на украинской границе. И мы тогда ясно дали понять, что если они придут в движение, мы оба отреагируем. И мы исполнили это обещание. Хочу поблагодарить тебя, Олаф, за твое сильное и стабильное руководство. Я говорю искренне, оно изменило мир к лучшему. Байден похвалил Германию и за исторические изменения в стране, в том числе за непростой отказ от источников энергии из России, за поставку военной помощи Украине и за масштабную гуманитарную помощь Киеву. Давление на Путина подрывает его способности вести войну, уверен американский президент. Еще один посыл, который стремились показать оба политика – Вашингтон и Берлин продолжат поддерживать Украину, даже если конфликт затянется. Это был очень-очень важный год из-за угрозы миру, которая исходит от вторжения России в Украину. И правда важно, что мы действовали сообща. Мы сделали возможную поддержку Украине в течение всего этого времени. Мы дали понять, что будем продолжать делать это столько, сколько потребуется. Мы готовы оставаться с украинцами столько, сколько это будет необходимо. После короткого совместного заявления для журналистов, содержание которого носило довольно ожидаемый характер, Байден и Шольц удалились для переговоров наедине. Подчеркивается, что на них не были допущены ни советники, ни протоколисты. Пресс-конференции по итогам беседы не было, ее содержание остается загадкой. В этот раз Шольца не сопровождал и традиционный пул журналистов. Все это дало оппозиции в Германии повод для критики. Там не исключают, что лидеры США и Германии могли обсуждать условия возможного соглашения о перемирии, которое может быть невыгодно Киеву. Поездка канцлера в Вашингтон скорее курьезна. Там нет журналистов из Берлина, публичных итоговых заявлений тоже. Разговор за закрытыми дверями и только под давлением. Остается надеяться, что не будет никакой тайной дипломатии за счет Украины. Эксперты также не исключают, что Байден и Шольц обсуждали вероятные санкции против Пекина в случае, если тот начнет поставлять оружие России. Интересно, что на фоне визита советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сказал журналистам, что ранее президент США согласился поставить Украине боевые танки «Абрамс» только для того, чтобы Берлин дал согласие на поставки «Леопардов-2», как на том настаивал канцлер Шольц. Впрочем, сам Байден подчеркнул, США и Германия действуют в унисон в вопросах поставок военной помощи Украине.